Сон подарит вновь не твою любовь. Нежный сон ночной, встреча вновь с тобой. Сон любви, мираж, смелых звезд, кураж. Вновь меня зовет свой ночной полет. Хотите, я расскажу вам, как можно увидеть суженого во сне? Тем более, что в ночь с 13 на 14 января это особая ночь. Мало того, что в старый Новый год, так еще и новолуние. Это особое такое магическое время, когда вы можете, что я называю, колдануть на своего будущего мужа либо жену. Что нужно сделать в ночь с 13 на 14 января? Вы берете спички и делаете из спичек мостик. Ну, например, у меня вот такие спички. Самопроизвольно. Вот, видно, да, здесь? Ну, вот раз спичка, там вторая спичка вот так, три спички, вот. Ну, вот уже готов мостик. Чисто, вот не надо там обладать какими-то знаниями сверхъестественными. Три спичиночки положили. Но у меня не такие большие спички, я люблю большие. Можете маленькие, положили под подушку, легли спать и говорите: «Суженый мой ряженый, переведи меня через мост». Если у мужчины, то говорите: «Суженая моя ряженая, переведи меня через мост». Тот суженый, кто вас переведет через мост, и будет вашим будущим мужем. Если вы хотите совершенно бесплатно получать от меня информацию по толкованиям снов, про астрологию, про отношения мужчин и женщин, вы можете подключиться к моей группе в WhatsApp либо в сообщество Viber. Внизу под этим видео есть ссылочки. Подключайтесь и смотрите абсолютно бесплатно ту информацию, которую я обычно даю платно. С вами была я, ваша Наташа. Сон подарит вновь не твою любовь. Нежный сон ночной, встреча вновь с тобой. Сон любви, мираж, смелых звезд, кураж. Вновь меня зовет свой ночной полет.